Теперь смотрим, как Владимир Михайлович работает с возвратной доской. Слева, справа, слева, справа, слева, справа. Все время здесь работает. В стартовом положении кисть уходит вниз. После поворота предплечья кисть уходит вправо. Вот так мы должны играть. Расстояние до стола, расстояние до руки. Все очень просто. Ну, просто, не просто, Владимир Михайлович. Спасибо огромное.